Николаевском районе провели агитпоезд с руководителями предприятий. В поликлинике районной больницы организовали прием врачей-специалистов из ведущих областных учреждений. Местных жителей осмотрели гастроэнтеролог, кардиолог, фтизиатр и онколог. Репродуктолог также проконсультировал женщин по вопросам планирования беременности. Сегодня у нас агитпоезд областной за здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью. И учитывая, что Николаевский район у нас один из самых отдаленных районов, поэтому сегодня мы постарались привести сюда больше специалистов для того, чтобы людям было удобнее, чтобы областные специалисты их приняли здесь сегодня. Мероприятие продолжилось в районной администрации. Во время круглого стола обсудили программу «Здоровые предприятия». На сегодня в данном районе паспорта внедрили 10 предприятий. По дорожной карте необходимо внедрить до конца года 21 паспорт «Здоровые предприятия». И также разбирали вопросы оздоровления работников вредного производства как на базе территориальной больницы, так и на базе Центра профпатологии. Проект «Здоровые предприятия», входящий в национальный проект здравоохранения, стартовал в 2016-м. Спустя 3 года он продолжает набирать обороты. Медосмотры стали проводиться чаще, а работники вредных производств регулярно оздоравливаются в Центре профпатологии. Виктория Чуркова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ.